Всем привет! У нас утро. 9 утра где-то, начало 10. Красиво. Иду я четвертый раз на магнит. Какое солнышко. Сегодня голубое небо. На обратном пути пойду. Будет, наверное, очень красиво. Если даже светится. Вот эта куча, кстати, большая. Очень неописуемая красота. Уже привычка вошла, как захожу в этот парк, сразу хочется доставать камеру и вам снимать. Ну, просто поблизости у нас тут практически больше нет парков, поэтому всю красоту начинаешь снимать здесь. Очень красивые такие заносы. Красота. Солнышко смотрело, как падает сюда. А там бугорочки. Какие классные. Какие красивые бугорочки там. Бугорочки. Какие бугорочки там красивые. Короче, иду с магнита обратно. Магнит оказался закрыт, потому что женщина вышла на больничный. И только с 2 часов теперь. Зря ходила. Но зато вам поснимала. Тут иду, вот. Тут вот дом. Сразу с нумерацией. Не надо пересчитывать. Сразу раз. 10, 11, 12. Сколько там? 17, 19. Там где-то 20, 21, 22, 23. 23-этажный будет. Классно, все бы дома так были. А то как начнешь пересчитывать, сбиваешься. Чтобы время не тратить. Тут аптека. Все время прохожу. Супермаркет, аптека. Ну, что же за супермаркет, аптека такой? Странный. А тут вот рядышком свежий чай, полуфабрикаты, горячая выпечка. Там никто не идет. Покажу. Вот он, новый домик. Он, правда, давно уже стоит.
красивый вот тут. Какой там снег, ровненький, ровненький. А тут вообще слоями лежит. Прям слой за слоем. Красиво так. Иду я домой. Сейчас пойду, наверное, захватить сил. Перекресток зайду за творожком Диме. Не знаю, захватить сил. Что-то вообще я устала. Когда ползла, идти неудобно. То скользко, то сугробы. Еще торопилась, я бежала скорее. Еще давно спина болит. Пока добежала. Сейчас покажу, какая красота там. Вот как красиво. Снег лежит так на веточке. Сегодня, кстати, морозец. Такой, ну, приятный. Ну, в куртке идешь, тепло довольно. Раньше просто были такие куртки лет 10 назад. Хоть в ней, что без ней. Все равно холодно. Очень сильно, помню, мерзло. Как только зима начиналась даже. Минус 5, минус 6 было. Все равно очень сильно мерзло. Вот перекрестки творожки такие вот растишка, три творожка разные там, с бананом, с яблоком и грушей и с клубничкой, и молочко, как всегда. Молочко я им даю на ночь, ну, ночью прихожу, 12 ночи, 12 час где-то прихожу и даю им. Он его особо не пьет, а вот с просонью он пьет хорошо. Такие вот порожочки, растишка, я помню, еще сестра у меня была маленькая, ее мама кормила такими вот творожками растишка. Там еще были других упаковок, на следующий раз возьму. Здесь вот она обыкновенная такая, а там были вот такие вот маленькие. Вот. Ну, молочко. За пол-литра молока получается дешевле брать, то есть две бутылочки, чем, допустим, сразу литровую. Ну, там что-то разница в 3-4 рубля. Но все равно, если вот так вот постоянно берешь, так вот каждый раз по 4 рубля разница. Там по 5, 5, 10, 20, уже 20 рублей экономишь. Давай, давай, еще разок. Ну все, с мешочком наигрался? О, какой мешочек! Ой-ой-ой, как, какой веселый мешочек!
дать что-нибудь на себе. Выходи, вылазь. Опа. Тик-так. Кто? Тик-так, да. Залезь, залезь, папе, в носик. Палец свой съем. Съем так. А. Съем палец. А. Вот так вот. Как съем палец. Палец свой съем. Будешь знать. Давай бегай. Ла-л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 а-
Та-та, та-та-та, та-татушечки, та-та, та-та. Да, твоя палочка многофункциональная. А это что у тебя покажет? Труба. Многофункциональная. Зайчонок. Сюда повернись ко мне. Дима. Дима? Как ты, когда маленький был, лежал так же на папе? Морда мне гримасу строил. Слюнки текли, помнишь у него? Дима! А, слюни текли, да, я помню. Дима! Все, слюняка. Сегодня готовила суп-пюре тыквенно-картофельный. Вместе с сухариками на него будет отдельный рецепт. Отдельно выйдет. Получился такой довольно густенький он, нежиденький. Очень-очень вкусно. Тыква прям сладкая. Может быть, она сама по себе еще прям такая сладкая-сладкая. Вместе с картошкой вообще супер. Вот. Ну и сухарики. Немножечко подгорели, но я, в принципе, люблю такие. Вот. И что там у нас осталось? Куриный супчик. Ну, в смысле, бульон куриный. Вот. И все. Ну, в принципе, на сегодня это все. С вами был канал Art Money. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь обязательно. Ставьте лайки, пишите комментарии. Смотрите другие ролики наши. И всем пока-пока.